Здравствуйте. Ну вот сегодня я хотел бы рассказать о сайте Архив.орг, об одном интересном приложении для смартфона и вообще о том, как с помощью смартфона можно делать простейшие физические измерения. Ну вот, смотри, для тех, кто не знает, в Корнеллском университете США есть создан архив электронных публикаций. Значит, он очень просто. Вот архив. Давайте вбиваем архив.орг. Ой, пардон. Архив.орг. Вот. Если вы вобьете архив.орг, вы попадаете вот на такой сайт. Я, собственно, его открыл уже, потому что если я буду открывать в процессе записи, там, ну, возможно, тормозить будет видео. Здесь вот есть на этом сайте, значит, ну, ведущие ученые, ну, вообще все многие ученые выкладывают свои работы. В общем, он в основном для научных работников, но есть такая вкладка Popular Physics. И там частенько попадаются довольно интересные статьи. Именно вот о школьной такой физике, о простых каких-то экспериментах, ну и так далее. Вот, значит, смотрите, открыл я эту вкладку Popular Physics. Сегодня 26 июля 2016 года. Вот, значит, ну и вот на данный момент тут вот есть несколько статей. Та статья, которая нас интересует, тут, конечно, попадаются не очень научные статьи, типа вот Life, Intelligence and Multiverse, ну, жизнь, разум и мультивселенная. Ну, в общем, что-то непонятно. Но вот есть и конкретные такие работы. А именно вот сегодня я хотел бы рассмотреть статью людей из Уругвая. Вот, The Nature of Polarized Light Using Smartphones. Значит, ну вот, кстати сказать, это второе видео на эту тему. Я уже первое сегодня утром записал, но мне не понравилось, поэтому я решил еще раз записать. Вот, и мне уже прокомментировал это видео вот этот вот человек, Мартин Монтенейро. Прислал мне ссылки на другие их работы. Я сначала про это поговорю, а потом ну, вкратце скажу про другие его статьи. Ну вот, если открыть PDF этой статьи, да, давайте сейчас вот мы откроем. Значит, про что эта работа? Четыре тут автора, они все из университета Республики Уругвай. В общем, с помощью смартфона они экспериментально проверяли закон Малюса. Что такое закон Малюса? Закон Малюса, значит, он связывает интенсивность света, проходящего через поляризованную пленку, через полироид, в зависимости от угла между поляризацией этого света и поляризацией, плоскостью поляризации полироидной пленки. Значит, ну вот, даже для тех, кто слабо понимает, о чем речь идет, если у нас есть источник поляризованного света, и вы светите им через полироид, то интенсивность проходящего света зависит от угла между плоскостями поляризации полироида и непосредственно источника поляризованного света вот таким вот соотношением. Вот, видите, вот это соотношение, я его попытался. Это называется закон Малюса. Ну, в общем, кто интересовался в старших классах, в принципе, вполне понятная вещь, можно почитать в Википедии про это дело. Так вот, интересен не сам закон, а интересен, как они проводили измерения. Их задача состояла в том, чтобы проверить этот закон экспериментально. Значит, для своих измерений в качестве источника поляризованного света они использовали экран компьютера, включенный на белое. Вот давайте посмотрим вот здесь картинку. Сейчас я объясню, при чем здесь смартфон. Вот. Вот видите, дисплей монитора светит белым светом. Значит, утверждается, что монитор
Ну, это действительно правда. Монитор, свет, выходящий из монитора, линейно поляризован. Вот, значит, источник поляризованного света — это монитор, фактически включенный на белый лист. Да? Теперь давайте вот посмотрим, что же являлось датчиком освещенности. А вот датчиком являлся на самом деле смартфон. Потому что вот в смартфоне, да, у него есть вот здесь вот рядом с фронтальной камерой датчик освещенности. Но даже не это главное, а главное здесь такая вот вещь, что датчик-то есть, но как анализ данных проводить, вот совершенно непонятно. И вот читая эту статью, я узнал о таком приложении, значит, в Google Play оно есть. Приложение называется Physics Toolbox. Значит, это приложение написали американцы. Сейчас мы немного про это поговорим. Вот давайте сейчас отвлечемся от статьи, потом мы к ней вернемся. Я сейчас пару слов скажу про вот это приложение Physics Toolbox. Ну, можно его найти, легко ищется. Когда вы находите, вы попадаете на сайт вот Viera Software, да? Это, собственно, сайт американцев, мужа и жены. Женщина, вот ее зовут Ребекка, вот они вот тут изображены. Она преподаватель физики, ну, по-нашему, в старших классах школы. Ну, high school она вот. А муж у нее, значит, он программирует. Вот. Значит, оказывается, я вот этого не знал, внутри смартфона есть много всяких датчиков. И они, муж ее, видимо, написал программу, которая, приложение, да, которое способно анализировать показания этих датчиков, выводить их в виде графиков, а также сохранять CSV-файл. Значит, вот если тут поподробнее посмотреть, то датчиков тут вот много. Вот само объединенное приложение называется Physics Toolbox Suite. А те датчики, которые там внутри есть, их можно, кстати, поставить по отдельности. Ну, тут разные есть. Акселерометр, я не очень разобрался, что такое гироскоп. Значит, потом, ну, есть линейка, но это просто линейка на экране смартфона. Есть, значит, приложение, которое показывает твою ориентацию в пространстве. Различные барометр есть, там термометр и прочее. Но вот это, правда, зависит от того, какие сенсоры у вас внутри смартфона есть. У меня вот работает только акселерометр и датчик освещенности. Ну, естественно, вот разные вещи, типа там генератор тона и тому подобные штуки, значит, они тоже работают. Я на камеру не буду показывать сейчас. Я мог бы просто запустить это приложение и показать на камеру, какой график виден, например, если вы запустите акселерометр. Но я не буду этого делать, это любой. У них написано и под iOS, и под Android. В общем, важно запомнить название, вот это Physics Toolbox Suite. Можно установить и просто самому там посмотреть. Я говорю, у меня многих сенсоров в телефоне нет. Так вот, один из сенсоров, которому они написали интерфейс, это, значит, вот где он, вот, light meter, значит, измеритель освещенности, да? И вот эти люди уругвайские, значит, которые вот статью написали, да, они что делали? Они измеряли освещенность с помощью вот приложения, значит, вот этого Physics Toolbox, да, с помощью датчиков освещенности. Но при этом им нужен был еще полироид, и вот в качестве полироида они использовали кусочек пленки, снятой со старого калькулятора. На дисплее калькуляторов, как оказывается, клеили полироидную пленку. И вот они, видите, вот здесь сейчас я увеличу, вот. Вот видите, они на датчик освещенности, который находится рядом с фронтальной камерой.
Они приклеивали вот этот кусочек 1 на 1 сантиметр полироида и, поворачивая смартфон, фиксировали, как меняется освещенность. Тут вот в первом видео я, когда записывал сегодня утром, я не очень понял, как они мерили угол, но потом я разобрался. Дело в том, что у меня нету датчика ориентации в пространстве вот у этой штуки, да? Поэтому я и не понял. А у них, видимо, в смартфоне этот датчик, сенсор присутствует. Поэтому они одновременно могли снимать там зависимости угла и освещенности. Понимаете? Потом, видимо, они все это дело собрали в CSV-файлы и строили вот такого типа графики. Ну вот, вот самый, значит, ну вот график они строили. Вот, ну видно, что вот эти экспериментальные точки у них неплохо так сходятся с теоретическим предсказанием по закону Малюса. В общем, мне показалось это довольно интересным, что с помощью таких простых подсобных средств можно, ну, в общем, физика на коленке, что называется, да? Вот что мне еще тут понравилось, то что на самом деле придумано довольно неплохо, то есть источник поляризованного света найден, и где взять полироидную пленку без всяких сложных устройств, это тоже вот найдено, мне это понравилось. Я сам пытался экспериментировать, то есть я там прыгал, бегал с этим смартфоном, значит, кружился. Ну, я проверял акселерометр именно. Ну, он действительно работает. Акселерометр, еще вот такой датчик у меня работает. G-Force он называется. Ну, как я понял, это меряет перегрузку. Вот. Ну, в общем, это близкие вещи. Ускорение, измерение перегрузки. Вот. Ну и вот даже уже с этим датчиком можно какие-то делать простые эксперименты. Я вас сейчас еще ознакомлю. Когда я записал первое видео, мне вот один из авторов этой статьи написал комментарий, и в этом комментарии дал ссылку на другие свои работы. И вот две из этих работ, ну я позже, там у него много статей, видео какие-то есть, вот я позже их разберу. Вот. А сейчас я просто вот хотел бы вкратце показать, какие у них еще статьи написаны, как с помощью смартфона делать вот простые какие-то эксперименты, такие школьного уровня. Да? Вот есть у них, например, статья, вот давайте сначала эту посмотрим, где изучается динамика в машине Атвуда. Значит, машина Атвуда, для тех, кто забыл или не знал, я скажу, это очень простая штука, это нитка, перекинутая через блок, к которому подвешены грузы разной массы. Но вот здесь не один блок, а два блока. Вот смотрите. Вот, видите, два блока, но между ними нить идет горизонтально, там ничего хитрого не придумано. Ну и очень просто, вот это вот то, что справа тут висит, там закреплен в специальном креплении смартфон, то, что висит лево, слева, это, ну, груз. И, видимо, они, значит, отпускали и смотрели. Я невнимательно пока читал эту статью, потому что вот он мне буквально там 40 минут назад комментарий пришел, я только ссылки открыл, так поверхностно посмотрел. Вот, значит, и, видимо, мерили, то есть там можно кнопочку нажать, он будет в реальном времени просто записывать все данные, вот по ускорению, например, да. Вот, делали они такой эксперимент. Конечно, тут ничего хитрого нет, но все равно это интересно провернуть. Вот, значит, кроме этого, вот у них есть работа, где более, на мой взгляд, интересно, где они изучали движение физического маятника. Ну, физический маятник, если кто не знает, или опять же забыл, или не помнит, или еще как-то что-то, это просто кусок, так сказать, абсолютно твердого тела, которое закреплено в некоторой точке и совершает колебания в одной плоскости. Вот смотрите они, что сделали. Они, видимо, взяли велосипедное колесо. Ну, мне кажется, это велосипедное колесо. Да, вот написано «Bicycle wheel». Ну и закрепили на него смартфон. И опять же мерили ускорение, которое он фиксирует. Но тут уже, понятное дело, там
дальше зависимость угла от времени они смотрели. Вот тут вот уже посерьезнее статья. Вот, ну, в принципе, для 11 класса такого продвинутого, я думаю, более-менее понятно. Вот тут можно посмотреть в итоге здесь вот проанализировано, значит, что показывает сенсор ориентации, то есть вот этот вот угол отклонения они мерили. Да, не ускорение они тут мерили, а угол отклонения. Но я говорю, я пока не очень внимательно посмотрел, но в дальнейшем прочитаю. Я просто хочу сказать, что люди работают в этом направлении, и, на мой взгляд, эта работа, она не лишена смысла. Уж в любом случае она не менее полезна, чем, как сказать, прорешивание каких-нибудь там головоломных задач и так далее, чем подготовка к ЕГЭ и тому подобные вещи, да? Вот. Вообще вот это вот, ну я вот, я говорю, то, что они мне прислали, я все это постараюсь изучить и в дальнейшем как-то сделать еще пару видео об их работах и об использовании вообще. Может быть, я сам что-то придумаю интересное, как с помощью этого устройства что-то, как сказать, провернуть, да? Вот. Но я бы еще хотел вот поговорить про вот эту вот девушку, вот Ребекку, да, чуть-чуть поподробнее. Значит, смотрите, у нее вот здесь вот есть на ее сайте раздел Lessons. Если мы его откроем, правда, он может несколько долго загружаться, но просто потому, что когда камера работает и меня снимает, тут в целом вся, значит, вот эта бодяга подтормаживает слегка. Вот. Тем более у них, видимо, сайт там куча этих самых, как сказать. Вот. Но, может, соединение медленное. Вот. Здесь она для своих учеников предлагает различные эксперименты, которые они могли бы провести. И ну, изучить там разные физические законы. Конечно, некоторые из этих экспериментов, ну, просто там не очень такие уж прям хитрые, но все равно это интересно почитать, и, на мой взгляд, это достойно более вот внимательного изучения. Я говорю, совсем недавно познакомился, узнал, что вот, возможно, такие штуки, что люди работают в этом направлении. Ну, вот здесь на периодическое движение, на мой взгляд, можно интересные вещи делать. Ну вот тут вот она, видите, водяное давление мерила, у нее там датчик давления есть в смартфоне, у меня нету просто этого. Ну, понятно, что тут делают, это в пакетик его, значит, герметичный поместили и в воду. Вот. Ну, в принципе, ничего особенного, но все равно, как в качестве такой научной игрушки, это довольно интересно. Ну, вот машина оттуда опять. Круговое движение. Ну, вот в круговом движении, например, у них один из их, значит, знакомых, он клал этот смартфон, я тоже видел на их сайте, видео лежит там, он клал на вертушку, на проигрыватель, ну и мерил с помощью акселерометра центр стремительного ускорения. Ну, это довольно интересно. Ну, видите, тут вот уровень шума. В общем, есть что изучить, и вполне может быть довольно интересные вещи. Я, собственно, это видео записал просто для того, чтобы показать, что физика это не только прорешивание, знаете, там каких-то зубодробительных задач, ну или, ну просто они иногда бывают даже уже неинтересными, потому что ну, ясно, что сделаешь, но вопрос просто времени, сколько ты там будешь собачиться с этими уравнениями и так далее. Вот. Ну, еще раз хочу сказать, что вот приложение называется
Вот, давайте посмотрим еще раз. Physics Toolbox Suite. Вот. Оно доступно, я говорю, как и под Android, и так и под iOS. Вы можете поставить себе на телефон, ну и поиграть с ним. Вот. А кто хочет, я уже показал, можно пересмотреть видео, зайти на сайт, почитать статью вот этого человека, Мартин Монтенера. Вот, ну и его группы, он там не один, их 4 человека работает. Вот, в общем, вот так. Довольно интересно и, на мой взгляд, как-то разбавляет, скажем так, серую реальность. Ну, она, в общем, не очень серая, но разбавляет. Ну вот, это, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо большое за внимание. Ну вот, привет моим друзьям из Уругвая и Америки. Вот.